Журналистам стали известны подробности нового романа Сони Евдокименко, внучки певицы Софии Ротару. Как выяснилось, 23-летняя девушка встречается с американцем Максом Леннером. Накануне наследница артистки опубликовала в блоге снимок с незнакомым мужчиной. Оказалось, что в кадре Евдокименко позировала с 27-летним Леннером, наследником одной из богатейших семей США. О новом бойфренде девушки известно немногое, так как наследник богатейшей семьи ведет закрытый образ жизни. После учебы Макс перебрался в Нью-Йорк, где, видимо, и встретил внучку Софии Ротару. Напомним, что последний роман Евдокименко был с Денисом Ждановым. До этого девушка встречалась с французским предпринимателем Марко Дюминелем, который тоже числится в списке Forbes.